Илья Мазелов. Самая невзнимаемая личность Твича. Наш любимый Илья родился в Москвиче. Не знаю, как он родился в машине, но он на самом деле не человек, а трансгендер. Африка, 2002 год. В Африку приезжает тоже знаменитый вам человек Антон. И он приехал в Африку по приключениям. И вот, он рассматривал, фотографировал животных в Африке. Зашел в джунгли, увидел такую красивую обезьянку. Столь ему понравился, он хотел к себе взять в Россию. И вот, он привез в Россию свою обезьянку. Хотел его назвать Мазеловым. Ему так нравилось то имя, что он прям хотел назвать ее. Ай, и мы еще забыли вам сказать, что этот Антон... На самом деле, его не зовут Антон, его звали Андрей Попович. Андрей Попович работал в лаборатории Тимбулдала 756 номера в городе Санкт-Петербург. И да, еще мы узнали одного человека, который работал вместе с Андреем Пучковым. Он не хочет назвать своего имени, что он сейчас будет с вами разговаривать. Всем здравствуйте. Да, я работал с Антоном Бернулевичем. У нас был один кабинет, который мы изучали всякие штуки, блин. Я не знаю. И вот один раз, когда была его смена... Он пришел днем, а не как раньше утром. Вот. Чёрт-то стал странно шебуршиться и не, без понятия. И вот, я его спрашиваю, как он там делает, что понимать там и на это время это. У нас клиника, мы это выводили пород собак. И он свою обезьяну, у меня заколебала эта обезьяна, а она всегда... Тупит, что это? И вот, он опять привез ее. И вот. И что-то поставил около блюдера. Но около зеркателя. И вот. Проходит час. И что-то в лаборатории какой-то шум такой. Вот такой. Сейчас услышу. Чатки вы уебыки. Хули мне не падает вообще, блядь, ничего. Негев, отвали, сука, ебаная хуйло. Нихуя, мне не выбыло. Скейса, ебаный, сука, кейс, ебаный, блядь. Дай мне, бля, перчатки на... Нихуя, я не дам. Вот тебе негев, еблан. Нахуя он нужен мне? Это негев, отвали, пиздец. Дам полный пиздец. Нихуя не падает. Ебаный кейс. Полный пиздец. Такой взрыв происходит огромный, что все здание сгорает дотла. Все люди могли кто-то спрыгнуть из окна, но некоторые люди сожглись там. И вот, приехали пожарные через 5 минут. Все выгрузили, потушили пожар, ну и все. А погибло более 30 сотрудников. Да. И вот. И было слышно одному пожарнику, что типа из какой-то комнаты слышался звук. И еще одно. Антон, вот эти самые главные матросы в нашей стране запретили делать трансгендер. Так можно попасть в тюрьму за 10 лет. И потом появился такой стример, как Мазел. И уже по знанию в кодексе ВСП, что это не объектный объект, который назвали 0-1-2-3-4-5-ТУ, который опасен для общества.
Давайте, может, играть. Ура! Роблокс! Для этого SCP надо полностью иметь 4 ключа. Чтобы пройти этот уровень, надо взять замочки или наушники и запереть свои уши подальше. И вот, он даже может быть разного пола. Мужского, женского или кого-то. И вот, если обозленный объект зайдет, или обычный смертный человек зайдет в комнату, с ним что? У него сразу ласка к нему и такой доброте, как будто он самый милый будет. Через секунду, если вы посмотрите, то вы не остановитесь. Будьте дальше смотреть его. И у вас пойдет кровь из ушей. А потом пойдет кровотечение повсюду. Особый ход С. Спецназом Бэй С. Пока. Опасный. Для общества. Ну нахуя ему вкидываешь? Хотите лучше с наушником? А чё можно умереть? Если вы уже стали его смотреть, что переключитесь на это видео. Сейчас я вам включу. Просроченные колбаски. Водить итоги, что Илья Моделов — это самая страшная личная встреча. И лучше его остерегаться осторожно. А на это все. С вами был Париж Толесник. Всем бай-бай.